вода из-под крана. Пить или не пить? На Тольятти Азоте ответ однозначный. Пить. Питьевая вода поступает на площадку Тольятти Азота из собственного водозабора. Это 9 скважин глубиной до 70 метров. По ним к нам и поступает чистая, вкусная, настоящая артезианская вода. А что с трубопроводом? На заводе следят за состоянием инженерных сетей. Пробы воды для анализа берут из-под крана в заводских корпусах. Система снабжения питьевой водой заканчивается на 7-м агрегате аммиака. Регулярный мониторинг показывает, что питьевая вода приходит качественная и соответствует всем нормам СанПин. Для того, чтобы провести анализы, мы используем нормативные документы, которые прописаны и действуют на территории Российской Федерации. Мы используем в работе гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности факторов. Ну, вот конкретно это питьевая вода. Анализы проводятся на современном оборудовании с использованием лабораторной посуды, методик, грамотным обученным персоналом под руководством инженеров. Вот, анализ показывает, что вода у нас хорошая. Она соответствует всем нормативам, по всем показателям. Больше свежих новостей в наших следующих сюжетах.